Сегодня вот такая плохая погода, короче. И сейчас в центре города эвакуируют машины. Это прям красиво смотрится. Когда вот Nissan Тиана. Так это необычно висит. Все дело занимает буквально 2-3 минуты. И машина уже на подгрузке. Там впереди неподалеку. Еще сразу эвакуируют Nissan X-Trail с красивыми номерами 888, так сказать, бесконечность. 11 апреля, извиняюсь, идет такой снег. Машина так красиво зависает в воздухе. Подбегает инспектор ДПС, тоже фотографирует. И машина так повисла в воздухе. Правильно паркуйтесь, не ставьте машины где попало.